Тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей проводит Роспотребнадзор региона. Сделать это специалисты решили как раз в преддверии нового учебного года с 14 по 25 августа. Всем желающим эксперты ответят на вопросы, связанные с приобретением детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Также разъяснят действующие нормативные гигиенические требования к этой категории товаров. Телефоны горячей линии 8 3952 259 830 8 3952 22 23 88.